вторая часть влога из Милана. На этот раз Милан обрадовал нас своей погодой, потому что светило солнце. После того, как мы позавтракали, в первую очередь мы отправились на площадь дома, потому что срочно нужно было делать все-таки классные фотки. Я принарядилась, намарафетилась и была во всеоружии. Дальше мы отправились в Амбразианскую библиотеку. Это старейшая библиотека Милана, которая была основана аж в 1602 году. В библиотеке хранится 12 рукописей Леонардо да Винчи и 12 тысяч рисунков европейских художников. Во время Второй мировой войны здание библиотеки было повреждено, но своевременно восстановлено.